Всегда я мечтал спеть песню «В лесу родилась». С первого по двенадцатое старых ищу друзей, словно 12 месяцев, эти 12 дней. Мы должны ценить людей, когда они рядом. Я хочу услышать голос, я хочу услышать голос. Долгожданный голос твой. Это действительно счастливый случай произошел в моей жизни. Ты ушел и не вернешься никогда. Есть одна традиция 31 декабря ходить куда? Дубовый вечер! Верила, 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 верила я. Она сама родом с Донбасса. И я ее, в общем, убедил, что мы должны поехать ко мне на родину, в город Черкесск. Помнишь наши мечты, помнишь наши рассветы. Мы живем, нет, не на улице строителей. Знают ли твои однопартийцы, что ты еще и поешь? Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И уносят меня, и уносят меня. Не пропустите премьеру программы «Музыка нас связала» 27 декабря в 16:30 на телеканале «Россия».